покупки продуктов, начинаю снимать с воскресенья. Значит, сегодня были мы в АТБ, на рынке «Юность» и там на Трещицком рынке. А для перекуса взяли на завтрак «Макдональдс». Он мне обошелся в 180 гривен. Тут две средних картошки фри и 6 чизбургеров. Так, дальше в АТБ взяли по акции вот такой кофе. Вот этот вот... 210 грамм и в подарок вот такой за 148 гривен. И ВТБ за 18 гривен взяли пепсиколу. Далее, на «Юности» взяла вот такие сливы вкусные по 20 гривен, по 5 гривен зелень, по 15 гривен хорошая такая крупная морковка, по 12 гривен помидоры. Так, далее по 16 гривен яблоки, это слава победителей, по 25 гривен огурцы дорогие. Так, на Троещинском рынке, там около дома взяли виноград по 30 гривен кишмыш. Вот такой вот большой розовый помидор на 20 гривен. Дальше, в принципе, все. И по курятине взяла, значит, на 50 гривен голени для плова, на 20 гривен шеи и на 30 гривен печенки куриной. Вот такие вот у нас цены и покупки. И вот так вот. Хотела показать, обещала, как когда муж установит бойлер. Вода вообще кипяток. Вот. Конечно, часов 6-7 занимался этим, но молодец, все удачно сделал. Так вот он идет. Так что все, мы теперь с горячей водичкой. Обед у меня сегодня по-летнему прост. Это картошечка сделана под молодую, сливочное масло, укроп, чеснок. Сварила сардельки. Так, и вот такие вот кабачки. Они не сильно зажарены, просто жарила практически без масла. Поэтому они так выглядят. Очень-очень вкусно. Еще сделаю салатик. Такой вот у нас будет, у мужа будет ужин, а у меня завтрак. Все, до следующих покупок. Я надеюсь, нравится такой формат видео или готовку не снимать, как вы подскажите мне. Всем привет! Покупки с магазина Сельпо и Макдональдс. Сегодня там у нас небольшие ремонтные работы, поэтому готовить некогда. И надо чем-то кормить рабочих, поэтому купила. Значит, что купила в Макдональдсе на 143 гривны? Так, картошка фри, большая Биг Мак, два чизбургера и кисло-сладкий соус. И тут это себе вишневый пирог с кофе. Так, вот 143 гривны. Так, дальше идет Сельпо. А, кетчуп, цены потом посмотрим. Масло вот такое, галичина. Вот такая шоколадка Свиточ белый с кокосом. А, сыр российский от премии. Тоже их кухонные полотенца. Дальше пошла хлеб. Вот такой новинка какой-то. Батон докторский от куленичек. Я так поняла, высевковый. Маленький творожок. Корм для птичек. И вредности пошли. Это трюфеля конфетки. Дальше. Где-то еще что-то было. Гулливеры. Очень вкусные вафельные от АВК. И вот такая ихняя выпечка. На 18 гривен жареные с повидлом. Вот такие вот пончики. Потом пирожки с яблоком и корицей на 16,80. А потом, что тут у нас с капустой? На 15,92. И это что у нас? Пирожки дрождевые тоже с капустой. Вот такие вредные покупки у меня в Сельпо на 309 гривен. Смотрим. Какой у меня гороскоп, посмотрите. 309 гривен. Вот такие на сегодня покупки.
Покупки с Укрпромпостач практически на 500 гривен. Российский сыр, сардельки вершковые, колбаса молочная и вот такая упаковка переяславских сарделек.